28 января в штабе Десногорского отделения ЛДПР состоялся прием граждан сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым. Не только лоббировать интересы области в Совете Федерации, но и решать проблемы смолян на местах. Это тоже входит в число задач Сергея Леонова. Прием граждан сенатором проходил при участии Андрея Олейникова, жителя Десногорска и члена партии ЛДПР. Сразу звонок в полицию, а потом идете в участок и пишете заявление. Дебоширил, взламывал дверь, значит, прошу принять меры. От забот семейных, жалоб на работу ЖКХ до просьб в материальной помощи. К политику десногорцы идут по самым разным вопросам. Как быть и что делать? Это горожане могли спросить у сенатора и тут же получить ответ. Так поступила, например, Даня Макарова. Нежеланные слова принесет почтовый ящик. Напишите мне письмо на простом листочке, чистом. Долгожданное письмо. И с припиской постскриптум. Дания и Елена Караваева хотят издать поэтический сборник. Конкретного бизнес-плана у них пока нет. Сергей Леонов, будучи сам автором стихов, порекомендовал, как можно приблизиться к этой цели. Помочь, возможно, удастся не только советом. Обычно приходит так. Вот такая книжка, вот расчет, калькуляция, вот столько денег там и так далее. Мы берем типографию, звоним, несколько типографий. Сколько вы сможете делать? Все обратившиеся получили конкретные ответы и советы, а с более сложными обращениями Сергей Леонов продолжит работу отдельно.